Привет! Если вам по вкусу такие закуски, как вяленые колбасы, мясо, сушеные фрукты или овощи, значит это видео именно для вас. В приготовлении сушеных и вяленых продуктов мы будем использовать дегидратор марки Stokley Dorex Pro T. Итак, начнем. Нарезаю мясо тонкими ломтиками. Для удобства нарезки я его предварительно заморозил. Убираю мясо в тарелку. Измельчаю чеснок и добавляю к мясу. Солью и перцем посыпаем по вкусу. После я добавляю мой любимый розмарин. Обливаю мясо оливковым маслом и перемешиваю содержимое тарелки руками. Выкладываю ломтики мяса на противне. Добавим веточку хвои для аромата. Для пикантности я обжигаю деревянную стружку огнем и в дымящемся состоянии ставлю на нижний противень. Собираю дегидратор, сложив противни друг на друга. На передней панели выставляю время и необходимую температуру. Ломтики мяса оставляю вялиться минимум от 2 до 5 часов. Выкладываю готовые ломтики на блюдо и наслаждаюсь вкусом. Рекомендую употреблять вяленое мясо с солодовыми напитками. Приятного аппетита! Stokley Dorex Pro T. Сделано в Швейцарии.